Уважаемые любители музыки и народного творчества! С 15 октября по 8 ноября пройдет 37-й областной конкурс-фестиваль самодеятельного народного творчества «Унырымыз-Саган, Казахстан». В этом году районы и города будут оцениваться отдельно, но главный победитель только один. Конкурс открывает Федоровский район. Не пропустите возможность стать частью этого яркого события. Желаем удачи артистам!